у нас Челябинск, ребят. Синегорье. Ключи вон упали. Александр здесь был уже, ушел. Никого и не вижу других. Все спокойно. Жара 31 градус. Сейчас зайдем у охраны, спросим. Были ли цыганы? Нет, здесь. Ну, ребят, никого нету. Никого нету. Ни цыган, никого. Александр Воложанин всех разогнал. Ну, после того случая, еще когда они напали на людей, конечно же, это повлияло, когда они там, бедная бабушка за сумку схватилась, они у нее там все деньги отбирали. А здесь, ребята, и вся область наша ездит, и Екатеринбург, Челябинская область, и Свердловская область. Вот на ЧМЗ, значит, северные ворота, а здесь южные ворота, Ленинский район. Юность сюда, перевели вокзал на место обитания. Таксисты бомбилы стоят. Да что за, представляете, 110 рублей, а он мне говорит 600-700. Может тоже стать такси, сказать все дела. А, бумажку сделать здоровую, а что потаксовать? А что, так можно заработать? Тем более кэф сейчас вообще маленький, не стоит таксовать. Я здесь рублей две заявки сделал, 400 рублей заработал, ну там 500, грубо говоря. Если минус, то 400 будет. Ну вот, все сидят здесь, отдыхают, ждут автобус. А я уже обошел весь ЖД вокзал, никого нету. Всех здесь. Ни одного цыгана, ни Александра нету. Ни цыганки, никого. Но я в отпуске, если никуда не уеду, то, конечно, еще приеду сюда. Посмотрю, вот здесь Александр любил снимать. Вот они на этих скорлупах сидели, тогда цыганки вот здесь в углу постоянно. Сейчас нет никого, затишье. Октябрь, что значит, интересно? Такси октябрь, что ли? Ребята, контентик назрел у меня здесь. Бомбилу-то видели? Я в Инстаграме все снимаю. Я сейчас думаю, вот эти вот, заказал сейчас копипринтинг, у них обошлось мне 320 рублей, это все, большая А3 и А4 формата. Я думаю сейчас бомбануть, что-нибудь интересное с этого получится. Цыганок нету? Андреевич бомбить будет. Потому что я подошел, там цена реально у него, там до ЧТЗ доехать, там 90 рублей, а он 700-800 сказал. Справку заезжаю, таблички повесил. Сбоку здесь Виктория ждет Викторию или Марию. Ну, у меня миссия сегодня заработать. Сейчас этого выйдет, все увидите. Ну, ребят, бензин 42.05. Заправляюсь, подписчикам скидка. Так что для вас. Все для вас, ребята. Подписывайтесь на канал Жизнь Андреевича, Инстаграм, мистер Баталов Андрей, Инстаграм, Телеграм. Ссылочки будут в описании. Заправляюсь, ребята, на 450 рублей. 42.05 бензин. Ну, как смотрится? Думаю, нормально, да? Издалека видно, все четко. Еду на ЖД вокзал, заправился. Сейчас там где-нибудь встану. Поезда, ребята. Люблю в поездах ездить, кстати. Так, ребята, первый заказ. Еду, значит, я на Монаково. Видите, Монаково 6А. Ну, не знаю. Я стоял, где рейтинг. Если он меня туда будет отправлять не за 200, сейчас, по идее, заявка любая, 200 с чем-то. Ну, не знаю, если я сейчас туда поеду, сколько мне упадет. Если меньше, то... буду отказываться от средних, от дальних поездок, только чисто буду с вокзала брать, потому что что-то же нужно заработать. Ну что, ребят, 212 я заработал, но за сегодня я заработал вообще 3 заказа, это пробных. А, вот, заказ сейчас был 212 рублей, то есть уже от 200 начинается, сейчас следующий заказ еду. В общем, думаю, нормально, чуть 3 заказа уже рубль почти, но чистыми там меньше выходит, чистыми там чуть-чуть поменьше, там 679, видите. Ладно, что, работаем дальше.
ребят. Приехал в родничок, заявочка пришла. Я так скажу, чисто по комфорту езжу, и люди как бы, как будто госпожа и господин, откройте дверь, там, знаете, такие, мы опаздываем, быстрее, музыку выключите. Ведут себя безобразно на комфорте, так что это не комфорт, а говно. Пошел, ребята, кофе хочу купить. Пройдусь маленько, кофе попью. Все там, ребят. Ку-ку. Это раненый один, что ли? Или кусок это сетр валяется. А вот этот живой сетр можно купить за 1 килограмм 1030 рублей. Понимаете, да? Какая чередина. Ждем. Он набирает, он полно, да, продуктов. Пацаны вот взяли маленькие, я вот маленький. В очереди, кстати, думал, долго, да, они? Минут 5. Байкал, ребята, взял зайку и пончики с лишней. Ребят, смотрите, какой закатик. Вышел с магазина, ребят. Вроде недолго был, а уже потемнело довольно так быстро. Сейчас думаю, еще заявочку сделаю. Коэффициент поднялся. Ребят, привел меня в Копейск. Блин, это жесть. 11-й заказ у меня был в Копейск. Нет, 13-й, ребят, 13-й заказ. Это жесть. 211 рублей, это в шоке я был. 13 километров, 13-й заказ. Ребят, ну это знаете, пассажир еще такой классный человек. Респект тебе, если смотришь. Он говорит, а это... Эконом, говорит, дороже стоил даже, чем комфорт. Они мне специально, блядь, такую заявку сунули, что ли, да? Козлы эти, на. Ну, заказ дали, конечно. Видите, конечно, копейчань, но ебеня ебенейшие, блядь. Дороги ебейшие. Как вообще можно ездить? Это жесть. Ой, ребят. Сейчас на Кировку поеду, я не знаю, может там что-нибудь подвернется. Скажу, жирный заказ, только жирный возьму и все домой. 14-й будет мой заказ. Сейчас, надеюсь, мне по Бажову или по ебеням этим не будет мотать. Я выключил, по сути. Всем привет, ребята. Ну что, смотрим, сколько я заработал. То есть, получается, 15-го я заработал 2000. То есть, я с вечера же начал. 2054 рубля, грубо говоря, да? Чистыми. А так всего 2255. Там комиссия. Чистыми получил 16-го. Сегодня уже, получается, 1807 рублей, да? А так 2258. Грубо говоря, 2054 и 1807. Ну, считайте сами. Получается 2804 рубля у меня на балансе. Стоит, не стоит таксовать, да? Вот заказ, 11 заказов, да. Ну, обещали еще за 10 заказов 1500 доплатить, ну что-то молчат. Чисто по комфорту, ребята. Видите, смотрите, 172 рубля, 35 рублей, говорю, списали. Ну, чаевые, видите, оставляет мне. Классно, поддержка, конечно, большая. Чисто возил по комфорту. Все, ребята, увидимся в новых приключениях. Всем пока-пока.